Я активно пользуюсь сетями ВКонтакте и Фейсбуке, где общался с жителями Российской Федерации, конечно же, ДНР и ЛНР. Один из россиян предложил мне распространять в региональных группах материалы, которые мне будут скидывать со временем. Наши убеждения, конечно же, совпали, поэтому я и согласился на помощь. Он присылал мне статьи, присылал их адаптировать для нашего региона. В основном материалы касались темы, это в последнее время коронавируса и критики практически любых действий власти, связанных с карантином. А вот пару недель назад, по просьбе россиянина, я начал распространять картинки с призывами к акциям протеста и проведения массовых мероприятий, это во время 1 мая и Дня Победы.